оборонцем Ильнуром Мангуткиным. Вперед на Куксина. Куксин и Роман Муртазаев! 3-1! Антон Куксин! Я признаюсь, это автор третьего мяча. Наверное, не Роман Муртазаев, а такой киллер, такой снайпер. Человек с таким вот реноме, как Роман Муртазаев, подобные моменты обязан реализовывать. 1-3. Павлодарцы свои моменты не упускают, в отличие от кукшетауцев. Да, и о каких моментах я сейчас говорю, я, наверное, только вспоминаю первый тайм. А во второй половине встречи, который будет приносить им результат в дальнейшем, для того, чтобы зацепиться за первую шестерку, точнее, зацепиться за бронзовые медали, наверное, и павлодарцам, и кукшетауцам сегодня нужна победа. Это матч, который носит характер, в общем, такого, возможно,